Так, я вроде включил запись. По-моему, мне кажется, ничего с этого дерьма не получится. Потому что я что-то даже не знаю. Это... Ты срёшь, да? Я просто, не, подожди, как бы, ну, смотри, да. Смотри, иди, да, иди, вот. Иди вперед. Иди. Не, ты иди вперед. Ты иди вперед. Ну смотри, если я иду вперед, то видно мою тень, короче, с бутылками. Это не прикольно. Давай, ты иди вперед. Иди вперед. Будет прикольно освещаться. Блин, чувак, ну ты заебал. Иди вперед. Дядь, ну заебал. Иди вперед, давай. Нет, ты идешь вперед. Нет, ну блин, нет. Я-то смотрю, как бы. Нет. Чего? Ты идешь вперед, а я тебя рисую. Нет, у меня фотоаппарат, я решаю, кто рисует, короче. Давай, включай фонарик и иди вперед, блин, чувак, заебал. Не, кто говорит, что типа, он ничего не боится? Включай фонарик и иди, блин, ну просто, вперед. Включи фонарик. Включи фонарик. Иди вперед. Нет. Вот это началось. Что началось? Кино. Да, ну и иди вперед уже, давай. Ну, блин, чувак, иди вперед, пожалуйста. Иди вперед. Ёб твою налево, да? Упиздовал наш сокол. Так, что мы тут видим? Нихуя! Не надо идти, наверное. Куда не надо идти? Не нужно идти туда. Я не знаю, как бы. Посвети на рожу себе и скажи. Не нужно идти туда. Туда не надо идти. Отлично. Пойдем. Бля, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Я насветил себе на рожу. А потом можно под это видео монтировать, как бы, как всех кого-то кто-то укусил. Мертвецы, это похуй. Нам насрать на мертвецов. Мы никогда не видели мертвецов, и нам на них насрать. Ты хотел сказать, что ты увидел мертвеца? Нет, нам просто нужно посвернуть. Нам нужно здесь немного свернуть. Немного свернуть здесь нужно. Где? А у тебя камера ни хрена не показывает, потому что это сраный как его, там, Кэнон. А ты куда светишь, интересно? Назад, домой? Куда он, где? Огонь сейчас виден, это дом. Мы не пойдем смотреть, как бы, что... Это ваш туалет так светится, кстати. Что, как бы, касается мертвецов. Туда, точно знаю. Не, ну, там помойка, пойдем, как бы, там городская знаю, свалка. Что там как бы связано с... Нам просто необходимо идти на городскую свалку. Подожди, может быть, как бы вот эти мертвецы нам абсолютно не интересны. Может быть, нам интересно больше наша какая-то семья там. Мы идем на городскую свалку. Все, вот, смотри. Смотри, какая свалка, крысы, да, повсюду кишат крысы. А там же погребальные, конечно, там погребальные. А тут крысы, всюду кишат. Охуеть, блядь. Повсюду скачут ёбаные крысы. Покажи, сколько здесь говна.
Ну что ж, пойдемте дальше. Ты просто как бы пьян. А ты просто очень трезв, как бы. Я не выставил. Не выставил. Ты не выставил, как бы, эффект. Никакой эффект я не выставил. Мы... Ты не выставил эффект на этой камере, как бы. Там нужно было, чтобы поставить эффект. Чтобы все было видно, как бы все зеленый глаз такой. Зеленый. Конечно, я тебе говорил, покупай Мартинсы свежей коллекции, а не предыдущей. Блин, и мне пришлось отдать последние деньги, чтобы прилететь к вам сюда в Гоа. Ну что ж, ты лох, как бы, что я тебе могу сказать? Блин, как бы, ну теперь вот мы будем смотреть, где здесь помер последний Чикатило. Конечно, мы идем на кладбище, ты же сам знаешь. Мы, возможно, мы идем, идем, от моего фонаря не хватает. Куда мы идем? Ну, прямо идем, идем. И там, и там, да, одна хуйня, конечно. Просто идем, идем. То место, где погребают мертвецов. Ну, мы найдем это место. Подожди, оно же там было, по-моему. Ну, как оно было? Мы идем по дороге, оно в конце дороги. Значит, нам надо еще пиздовать и пиздовать. Ебанись. Может, вернемся назад? А что это за памятник? Это памятник революции, конечно же, какой-то. Смотри на них. Да за ним. Смотри, за ним. Какие они. А вот прям сразу за ним. А сразу за ним. А это что такое? Нихуя, блядь, это стрёмно. Надо, наверное, бежать отсюда. Нет, давайте не будем бежать отсюда. Просто не будем смотреть на него. Пойдем прямо. Вот, все. Вот он там, но мы на него не смотрим. Немножко. Ну чё, как бы. Самое место, где все как бы дуют. Жутковато, да. Откуда приходят коровы, как бы каждый день. Коровы. Не хотел бы я быть съеденным коровой. А вот у нас как бы получается, что вот на первом этаже стоят как бы. Слушай, я сколько раз здесь на мотоцикле ездил и ни разу не видел здесь этого подъема вот, как бы, такого. Кадушки стоят как бы. Дорога-то меняет свое направление прямо на глазах. Смотрите, только что здесь не было этого поворота, только что не было. Росомаха. Только что хуяха, блядь. Я не знаю, что тут делать вот с... Ох, ёбаный в рот, блядь, смотри. Там какие-то листья, а тут ветки, а тут дорога. Она не тут только что была, я точно знаю. Давай, пойдем, нам это интересно. Вы видите, мы видим, точнее, вот это вот здесь вот. Подожди, извините, уже... сжигают покойников, а вот там вот. Вот а там. Не хочешь полежать там? Нет, конечно, я же. А я, может быть, мы полежу. Слушай, подожди, мы сейчас камеру выключим, поговорим, если что, об этом. Но... Ох, йоу, там огромный холм из. Ай, а вот это самое место, где сжигают мертвецов, покажи. Сжигают. Вот это то самое место. Блин, может быть, я только что прошел по чему-то черепу. Так детально. Давай покажем целиком. Пойдем отсюда. Слушай, ну мы... Покажи целиком, смотри, как вы... Да, я смотрю, подожди, слушай. О, шит, подожди, у нас какая... Это забыла наша задача. Мы. Мы идем в поход в горы. Дальше мы не знаем ничего. Да, мы идем вот прям туда. Смотри, посвети, пойдем. Там днем, как бы, иначе ничего не видно. Днем, ну, ты сыкло. Вон, черепа. Пойдем. Кактусы. Да, конечно, укусят. Пойдем, смотри. Смотри, ах, какие кактусы, ебать. Ага, давай, тельты вперед, иди, давай, тельты вперед, иди вперед. Да, как ты хотел, все.
Что, что, что? Назад, как бы, а, ну, только не в такую, как бы, ёбаную ночь. Ох, черт возьми, давай сюда, выпьем линки. Если, конечно, здесь как курицу, можно, как бы... Линка, ну, линка. По-моему, здесь, как бы, только вот там надо нажать S. На лимке немножко. S присесть. Лимка, лимка. Вот так вот еще. Лимка, 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 охуенчик. То есть нажать S, то присесть. А, блядь, там типа, это типа ништяк. Как бы, это ништяк. Как будто с одной стороны как бы удары природы, а с другой стороны как бы... Удары природы. Не, веселое приключение, это просто веселое приключение. Ха-ха, охуенно, ура, мел бутылочку, здорово. Так, ладно. Замечай, а чем какой? Блядь, то, что сейчас будешь ссать, это как бы как будто... Да, я и не хочу, чтобы это меня подсвечивало, что я делаю. Это совсем не прикольно. Не прикольно, конечно, не надо на меня светить при этом. Вот. А сделай так, чтобы было прикольно. Не хочу. Как будто потому что ничего прикольного в этом нету. Блин, офигеть. Ну, так-то да. Надо идти дальше. А что это было такое за говно? Сегодня уже лягушки и... Лягушка, стрекозел – это хорошие знаки. Смотри, кстати, под ноги, чтобы змей не было. Так что, ну, так, на секундочку, немножко повнимательней. Эй, а где тропинка? Ну, тут нет тропинки никакой. Мы тут в ололо каком-то зашли. А, слушай, я сюда ходил. А, бля. А назад вернуться, это уже вот другая тропинка. То есть как... То есть прям вот так через кусты в гору не пойдем, что ли? Да я думаю, не надо. Пьяные. Но... Через кусты в гору. Мы тут не рискнули это делать трезвый днем. Ну, пойдем назад туда. Ну, да, да. А там уж... Может быть, какой-то наметить план. Огурцов накупить там. Шашлыков нажарить. Шашлыков нажарить, взять с собой шашлыки. И пойти в гору, уже пойти через все кусты. Через вот этот путь, через вот это, и пойти, отпугивай всех, этих, всех кого? Православных, вот это, глюков. Да. Ох, нифига. Вдруг там расстаться, а где тропинка-то? Но это не главное, кстати. Чего? Это не очень главное. Не очень главное что? Включить мост и при этом пойти вот к тому направлению, к которому я пошел. Ну, надо скорее какой-нибудь другой. А, подожди, вот это тот погребальное место, где мертвецов сжигают. Вот тут самое, вот это. Подожди, от него, соответственно, подожди, как бы, с какой стороны, как бы... А подожди, значит,
туда дальше вперед. Страшно. Пойдем отсюда. Очень страшно. Это рядом с домом, поэтому как бы эти мертвецы не должны трогать тех, кто живут рядом. Потому что в любой стране, даже в Америке, где Трамп, России, где Путин, трогать своих не надо. Иди, что вот так вот все наши походы в горы и оканчиваются обычно. Это уже был, наверное, как бы это другой, третий поход. Это какое-то другое погребальное место. Мы не домой как бы от того под погребальное место пришли, мы пришли куда-то в другое место. Да. Это вообще другое место вообще-то на самом деле. Согласен. Согласен. Это погребальное вот это. Погребальное, да, ну, согласен. Ай, мне штаны падают. Не смыть сейчас. Даже. Не понятно, куда мы идем. Куда мы идем? Мы идем, блядь, прям по дороге. Погребальные. По погребальной дороге мы идем. Это не погребальный, да, как бы. Другое место, как бы. Только это нужно что? Как бы нужно как бы, чтобы у маслить духа надо играть. Покажи, как ты играешь. Игра стоит свеч. Да, пойдемте дальше. Это говно никому не видно. Ё-моё, тут шевелится. Слушай, а блядь, мы только к помойке подошли. Ой, вот в этой игре был другие правила. Чего? Чувствуешь духов? Нет. Которые нас выгнали из этого леса? Нихуя, мне похуй на это. Никаких духов. Ну-ка. Откуда выгнали? Чтобы понять и скорректировать концентрацию. Может быть, ну, как вот. О, наш дом, смотри. Да. Блин, а у меня. Было настолько все похуй, что как где-то вместо сказал, что все похуй, и все похуй. И пошел. Охуенно.